Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. И, в принципе, действительно, ребята, сейчас мы так думаем, я так думаю, мы уже пойдем в другое измерение. Я уже немного прокачал нашего Марштомпа. Да, уже он уже 21 уровень. Сейчас, да, о, давайте еще немного прокачаем. Ух, вот. Тебя я не знаю, по идее должны убить. Да. Дивулька, давай-ка иди ты сюда. Не нужно одной ходить везде. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Харе там, харе. Иди сюда, да не нужно идти одной драться, давай. Иди сюда, иди сюда. Так. Я не знаю, сможем ли мы убить уже босса скорпионов, да? Ну, фиг его знает. Я так думаю, что нет. Сквиртл, офигеть. Но он уже у нас есть, поэтому нет смысла его... Нет смысла его убивать. Точнее, ловить. Ну, как бы он у нас нету, да? Но марштом зато есть. Ну вот этот меч это вообще капут. Так, как бы тебя дома поставить, чтобы ты никуда не уходил, а просто-напросто дома сидел. А ну иди сюда. Иди сюда. Дивулька, ты куда пошла? Ага, а ну сейчас иди сюда. Все, ты будешь дома? Отлично, стой дома и просто-напросто не мешай, и просто дома, охраняй дом. Понимаешь, что когда она с нами ходит, то как бы она тоже нам помогает, но то, что если она умрет, то опять заново другую искать. Как-то не очень, да? А ты просто стой дома, делай, что хочешь, да? Так. Вот так. Вот так. Отлично, ребята. Идем мы, наверное, вот сюда. Опять нужно будет перезаходить, потому что будет лагать. Ладно, ну давайте, пошли. Ты с нами не иди. Нет, не надо. Пошли. Посмотрим, что там, да и как будет. Это вообще вроде стеклянное царство или что-то такое. Фиг его знает. А, нет. Нет, нет, нет. Это обычные. Там, где вот... Вот те боссы, роботы, да, как я понял, как я помню. Воу, а ну иди сюда. С вами можно торговать? О, ну у нас алмазов так достаточно, но... Так, ребята. Так. Давайте сейчас куда-то пойдем. Тут, в принципе, куча, реально, куча всяких деревень. Деревень. Ладно, пофиг, как это говорить. Ну, в принципе, не пофиг. А, так, это что такое? Я думал, тут что-то будет поприкольнее. Ладно, заберем вот это. Я не знаю, что с этим делать. Так, ну давайте сначала покушаем. И пойдем куда-то вот сюда. Я не знаю, ну, в принципе, тут... Тут реально было большое количество вот этих всех монстров, да? Но вот сейчас их нету. Были вот всякие роботы или что это было, но это... Ну, сейчас, в принципе, нету. Как я понял, это такой деревенский мир, да, что-то такое. Тут везде деревни и... О, босс. О, появились вот эти чертяки, роботы. Это что еще выпало? Крипер. О, ни хрена себе, сердце крипера. Что-то я попасть не мог по нему. О, уже там взрывы всякие.
А, это вот эти взрываются, да, как я понял. Ладно, не будем мы в этот дом заходить потом, если что, зайдем. Так, тут куча вот этих домов. Да чё ты так глючишь-то? Опять. Так. Вот эти роботы, я не знаю, ребята, убью, не знаю, но мне кажется, мы их не сможем убить. По два урона, ты чё? Даже если яблоко 7, я думаю, мы их не сможем просто убить. Он при том еще и босс. А, робот, 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 робот. Охренеть, да мы же его почти что завалили. Твою ж мать. Персик или что это такое? Мы же его почти что убили. Охренеть. Да, наша бронь, конечно, тут просто полная какашка. Я бы все это пособирал, но... Да твой... Кто там такой нарватый? Робо-снайпер. Зараза. Охренеть, вы тут, конечно... А чё, это что еще такое? А с этого нифига нельзя делать, я думал, что-то будет. Это, короче, как я понял, какой-то вот этот. Да. Это, как я понял, мир роботов, да? Так как тут просто вот только вот эти роботы. Это что еще такое? Это что еще такое непонятное? Ладно. Мир роботов. Капут. О, нифига себе тут куча. Куча яблочек. А яблочки отличные. Восстанавливают так неплохо жизнь. Ну, как бы голод, да? Их тут просто реально очень много. Еще и вот эти. А, сколько их на дереве, офигеть. Почему вот это нельзя поднять? А, это еще и зачаренные. Так, да. Так. Лагает, реально лагает. Может то, что куча модов и поэтому лагает. Я не представляю, ребята. Ну лук тут, как я понял, бессмысленный или его просто, ну не то, что бессмысленный, или его просто нужно чарить на просто нереально на что, да? Или просто-напросто, не знаю, получше лук какой-то найти. Там же есть и получше. Как я знаю. Или вот тот найти, или... Ну, сделать точнее, да, не найти, конечно. Где ты найдешь такой лук? Или просто-напросто... Ну, куры-убийцы, куры-маньяки, да? Вот сейчас роботов-то нету. Так как сейчас день, наверное, они все... Не знаю. Ну, день или посгорали, или еще что-то. Ух, еще и дождь. А ну, секундочку. Робо-снайпер. Не, я думал, будет чем-то стрелять. По идее, должен.
Но он ничем не стреляет. Вообще даже бить не может. Так. Превратимся в нормального. Так, ну, в принципе, тут никого нету больше, как я понял. Днем тут никого нету, только ночью. Дождемся ночи, наверное. Так, 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 ребята, ночь, ночь наступила. Так, сейчас. Опять яблочки тут можно собрать. Немного есть. Ну чё, есть какие-то роботы? По идее, должны быть, но... Чё-то я никого не вижу. Вот мне просто интересно то, что с них выпадает. Вот с этого робота-снайпера выпала какая-то... Так, это чё такое? Fire Protection Puppet, офигеть. Это вроде с мода Вичери, или как оно там называется, не Вичери, ну что-то такое, не помню уже. Или нет, не знаю. Отлично. Сейчас мы покушаем. Ну вот этот меч наш, это вообще капут зачаренный, вот только вот этот. Капут. Ну да, это такой мир. Офигеть. То есть они еще, если бьют, то он с нас еще и шмотки спадают. Я думаю, где вечно мои шмотки пропадают? Во! Вот это другое дело. Сразу приготовленные. Отлично. Вот это уже другое дело, ребята. Сразу так кушать, да? Так, ну что-то я роботов не вижу. Я не знаю, может они уже и пропали, в принципе. Ну, не то, что пропали. Опять день. Или что это, что-то... Ладно. Никого я не вижу. Вообще никаких монстров. В принципе, ребят, я так думаю, наверное, уже на этом мы закончим эту серию, я так думаю. Чё-то монстров нету. Ладно, ребят, на этом мы, наверное, закончим эту серию. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.